Здравствуйте. Вот я покатил, как вятский соловей летит где-то. Так что, слушайте, это вот наш вятский соловей. Так вот, поехал проверять капканчики. Сегодня с утра съездил в город, купил свечки, бензину купил и масло купил, луксой снова, литр заливаю. Думаю, сейчас не ехать, свечи не работают, отказываю. Вот решил попробовать. Еду, какие-то провалы, сперва было часто, сейчас вроде поменьше стало. Не знаю. Вроде идет хорошо, летишь там. Даже вон приманка была, мясо, я тут все вылетело где-то, потерял. Пашня, похоже, торкнула, у меня хорошо полетел. Так что вот приехал проверять капканчики. Куница, как бы следы попадаются, это радует, что следы пошли. Куница начала шевелиться, двигать. Так что приманку потерял, но тут, конечно, обновлено все у меня. Да, проехал. Ладно, так что идем, тут бобр у меня, капканчик. Идем смотреть капкан на бобра. Топор хотел взять, что надо, не надо. Ну ладно, сейчас сходим посмотрим, что там сразу. Как у меня тут бобрик вылазил или нет за эти дни. Или все сидит там, прячется. Тишина. Тишина. Что такое? Бобр никак не вылазит. В конце стоит. А бобра нету. Как? Интересно, интересно. Куда же бобр затаился? Вот да. Но никуда не денется, следов нигде нет у него, никуда не вылез. Все равно это явно, что он тут сидит. И сколько он будет сидеть тут, интересно. По ручью куда убежал. Да, вроде следов нигде больше, выходов нет. Ручья-то нет за дом вроде. Бобр сидит крепко. Ладно, сейчас пусть сидит. Надоест ему сидеть, все равно. Думаю, вылезет, может, с голоду помер. Ну, не знаю, коряги есть, все равно вылез бы. Пусть не видно. Напугал его тут, он сидит сейчас. И шевелится где-то в норе. Может, тут вон речка все провалилась. Ничего тут нет. Или он замерз, не может прогрызть. Все равно прогрыз бы где-нибудь. Ну нету ничего. Так что ладно, едем дальше. Так, иду под елку смотреть ловушку, но что-то не вижу. Куница. А куница вон тут рядом бегала. Следы были. Так вот, сейчас что ерунда. Где она сюда не пришла? Просто вижу, что там пух. Ловушки ничего нет. А куница следы вот там свежие, вообще вот рядышком есть. 50 метров вон там бегала куница. Тут кусок висит какой-то. Но куницы нет. Но куница бегала. Вон там в лесу метров 50. Туда-обратно след есть. Конечно, это радует, что куница есть. Ладно. Не повезло, так не повезло пока. Ладно, поехал проверять. Так, вот тут бобрики ползают. Из плотины в плотину. Хорошее место. Вот пока поставил капкан 250-й кировский. Он у меня обваренный, немного доваренный. Сантиметров по 10 добавили, пошире сделал. Вот так осторожка моя. Одна осталась, проволочка отломилась. И вот так вроде закрепил. Вроде крепко стоит, привязал его. Уже на корягах. Вот будем надеяться. Так, осторожки все убрал вроде. Все, будем ждать. Бобр тут лазает. Видно следы. Не старые лазают. Ладно, валим дальше, то затемнаем. Так, прикатил тут тот раз куницу у меня проходила рядышком с капканом. Ну-ка посмотрим, она запомнила, вот, снова прошла. Следов-то свежих вроде не видно, больно. Что-то мало здесь следов, вообще куницы с этой стороны. Так я старенький следы видел, все вроде. Так вот, тут набегано не видно. Тут не видать ничего.
Так, куницы следов не видно. Мясо у меня полный ящик навалено. А куницы следов нет. Что-то большую территорию еду, следов куницы нет. В том местам. Похоже, куница только выходит с больших лесов, еще одно большинство. Сейчас там вот этих подобрал, снова съездил, недалеко вылетел. Нарублю сейчас всяких тут потрохов, что-то раскидаю, может, прямо. Все равно сейчас они гон начинаются, они будут обширно бегать, уже нас полегче. Фу, и полетел. Закрыл. Сейчас потроха всякие тут, шкуры, кроличьи, это что значит? Сейчас я их раскидаю. Вот такое, как след заметный, вот она приходила. Это все у нас тоже, а это лиса пробегала тут. И больше следов куницы нет. Так что нарубим, на чем я возьму? Сейчас нарубим эти следы все. И покатим дальше. Погодка хороша. Так, такой березничек, в деревню приехал, капканчик проверять. И вот там вот куница шлет вообще свежий. Бегала куница. Тут у меня капканчик стоит. Сейчас типа потроха все заберу. И пойдем проверять, что там творится. Так, пошла на капкан, нет куницы. По той стороне березника бегала. Тут, конечно, деревня она любит почищать, но сейчас посмотрим. Так вот издалека пока следов не вижу вроде куницы. Вот. Да, куница не дошла до капкана. Не дошла, бегала где-то там все недалеко по кустам. Ну, это радует, что куницы есть, мыши грызут, мясо там есть какое-то. Да, интересно, здесь чуть-чуть он болото оттаял. Так вот, где она прошла, тут близко есть, нет ли, не доходила туда, наверное. Вот там бегает по той стороне, тут не было. Нигде следов не вижу вроде. Не добегала. Немножко не дошла. Ну, может, а сейчас тут в лесу в этом бегают следы свежие. Так она отбежит все равно все везде. Если не уйдет дальше. Так следов здесь не видно. Ладно, сейчас мясо нарубим. Накидаю тут, может, придет. Вот доскакал до пасеки. Сейчас посмотрим напрямую, сколько у меня получилось, километр какой. Никуда я отсюда, практически все прямо ехал. 43 километра. Вот иду проверить сейчас. Ловушки на куницу стоят, капканы. Какой-то горностай бегал вот, и понюхал. Вот ловушка, капкан стоит. Там я в кустах стоял, поставил ловушку с лазовской. Сейчас посмотрим. Затвердел след, то уже хорошо идти даже. Не провалишь. Так. Теперь его пока не видал. Ну, видел, но лунки пока не сидят, наверное. Так вот, вот они сидели тут. Есть лунки старые. Тут лось зашел, вот это, может, тут даже находится. В этих кустах. Вот лось ходил сейчас. Вот он доходил. Избродил серые следы. Вот лоси ходили. Лосиных следов много попадают. Так, идем, там ловушка стоит. Где куница приходила, нет, сейчас посмотрим. Нет, вроде не приходила пока еще. Не видно ничего. Ловушка стоит. Зверя нет пока. Так, мясо там есть все вроде.
Сейчас, наверное, где-то на круг ушла куница. Так вот. Все, куница есть, но немного все. Все рядышком, все рядышком. Ну это радует, следов много, везде куницы попадают. Скоро расстояние. Так что ладно. Пока не темнало, надо отваливать домой ехать. Видите, 40 километров проехал, значит до дома еще ехать нам. Ну, может, так и есть, уходит. Вот 50 километров где-то еще нам это. Так что ладно, сейчас. Тут я в лесу остановился, думаю, что хоть не за след такой. Вот угадайте, что не за след такой. Прошел, думаю, дай потороплю. Бродил. Вон он след это. Раз. Фига, не подумаешь, пнул. Лягуша. Жаба какая-то. Че ее понесло, откуда? Замерзла. Ну что, хоть не за зверь такой ходил. Интересный. Это да. Заинтересовал меня следок. Далеко оттуда вышло откуда-то. След, думаю, из кустов вылезло и все, тут избегало. Зайцами набегало, значит, много. И вот след вытропил. Вытропил. Оказывается, лягуша какая-то. О, какой зверь. Ну что хоть не за зверь. Думал, тетерев, что нет, не похоже вроде следы. Ладно. Вот так бы натолкал полную ловушку этих потрохов, до сюда кроличьих. Сверху положил. Так что вот следов пока здесь нет. Думаю, будут все равно. Так что вот, идем дальше. Отваливаем, там еще одна ловушка у меня стоит. И все, следов нет здесь. Ну, редко попадают следы так все равно, но поблизости пока здесь не было. Вот я сейчас покажу, не снимал. Идем. Все, пассажир мне просится. Вот пассажирка мне просится, сюда везти надо. И какой пассажирчик у меня хороший. Черный. Ох, какой пассажир. Вот надо его сейчас зашнуровать и даже с собой взять. Собачки мне порадуются. Вот. Так что, вот бывает немножко. Так, еще кое-что. И ладно. Сейчас последнюю ловушку сейчас проверяем. И валим в сторону дома. Вот так. Снегу как бы нормально. Есть по колено. Так. Уже накатал. Все, 52 километра проехал. Так, бензин такой у меня есть, нет? Время, дубина какая-нибудь. Так, дубину вот пнем туда. Так, бензинчик у нас осталось. Литров 10, 15, ну 18, 17 еще осталось. Было все хорошо, где-то 30 литров заливал, но побольше было. Вот. Что, нормально идет пока, еще больше 15 литров осталось. Ну, половину сжег, еще там, на 50. Можно еще куда-нибудь заехать посмотреть там кого-нибудь. Вот так, все дома, пассажир доехал нормально. Так, проверим сколько бензина, так, проехал где-то 86, по-моему, так и вышло. 43 туда, 43 обратно. Так, сколько у нас бензина еще осталось? Бензина осталось поменьше 10 литров. Так, поменьше 10 литров. Это нормально. Еще можно кататься. Ну, литр. Ну 30, наверное, хватает. 30 литров где-то я заливал, чуть побольше у нас было. Вот, еще 10. Ну 35 километров точно хватает вот сейчас пока.
Нормально, все нормально. Так что вот такие вот дела. Съездил не пусто, тетеревов не видал. Вот так вот. Так ездить не очень, ну как бы, не очень холодно. Вот, собака-то надоела, тявкает. Так, обычно вывоз. На 8-6. Вот так вот. Вот такие вот дела. Укутанно немного, то ехать все равно не комфортно так. Так что, вот так. Так что вот, как говорится, спасибо, кто смотрел, кто подписывается, кто пишет комментарии, ставит лайки. Всем пока, до новых встреч, до новых видео. Так что, так вот.